хлеву родился младенец Божий. Он был рожден, чтоб нас спасти. Зажглась надежда, Мария нежна, качает сына у груди. Он родился, чтобы всем нам показать свою любовь, нас избавить от греховных ран, дать покой душе, дать покой душе моей. Кто мог подумать, что темной ночью родится царь царей земли, который миру подарит силу грех победить и мир найти. Чтобы всем нам показать свою любовь, нас избавить от греховных ран, дать покой душе моей. Хлеву родился младенец Божий, сейчас он ждет нас в небесах. Он приглашает и предлагает, чтоб жить с ним вместе в чудесах. Он родился, чтобы все дать покой душе, дать покой душе.